Лиса, старшая мага, Хауль Гуана. Дами, Удам, Яудан, Маш Удам с Хауча. Гварбди, Гауджата, Я Удам, Яуда, Паджа. Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Far Cry Primal. Так, мы с вами продолжаем, и продолжаем мы с вами на том, что задание выполняем Каруша. Тут, в принципе, недалеко, давайте сейчас добежим. Так, тут еще камень есть. Камень тоже надо взять. Редких камней нет. К сожалению. А мне как раз надо будет там, по-моему, редкий. А, еще кровь Уруса и глины насобирать. Кедр уже можно не собирать, хватает. А, южный камень. Поэтому тоже камни можно не собирать. Глину только можно собирать. Шкура большого лося. Почему-то у меня... Я вроде убил лося и собрал с него шкуру, но почему-то мне ее не засчитали. Шкура леопарда. Кстати, леопарды мы уже знаем, как выглядят. Они обитают на севере. И две шкуры саблезубого. Пока давайте выполнять задание Каруша. Там надо освободить мамонта, оседлать его и всех Удам растоптать. Поехали. Раздавить Удам. Найдите мамонта. А, я только с помощью мамонта могу, наверное, раздавить вот эти вот тотемы, которые Удам понаставил. Стоп. Покидаю задание. А, сюда аж надо. Ладно, без проблем. Что, нифига не получилось? Нет, вроде получилось. Давай. Лезь, лезь. Найти мамонта, блин. Ну, допустим, я нашел мамонта. Блин, ни черта ж не видно. Сдохни, тварь. Мне надо съесть противоядие. Да где ж ты, скотина? Залезть на мамонта. Ну давай. Как залезть? О. Окей. Вы передвигаетесь верхом, зверь отозван. Это понятно. Уничтожьте костяные деревья Удам.
молчать, твари. Ну давай. Давай, мамонтенок. Куда побежал? Полетай, дружище. Навык получил. Что там еще рушить? Где? Вот еще столб. Отлично. Давай сюда. О, вот они. Давай, мамонтенок, давай сюда. Не зачистили еще территорию. Полетай. Давай сюда. Его стаду вернуться. Без проблем. Ухай, мама. Фух. Раздавить удам задание выполнено. Оу, какого фига? Да ты чё, мама, ты офигел, что ли, я сейчас твоего... Офигела, тварь. Вот какого фига ты припёрся, а? Я ж вашего собрата освободил, блин. Да ты взял, припёрся. Ну, теперь придётся тебя шкуру снять. Давай, поешь сам хоть. Игра нормальная. Здесь, по-моему, ничего брать нет. Я уже все собрал. А, подожди, что-то можно взять. Нет, это я уже все собрал. Да. Хорошо, задание Каруша я выполнил. Есть еще задание Каруш. Да, есть задание Каруша. Давайте еще сюда. Так. Сейчас возьмем и у него задание еще какое-то свеженькое. Плюс еще у нас навыки есть, нам тут прокачаться. Ты не Каруш. Каруш. Хайта. Каруш Могвайда. Хайхасагуана. Офигеть. Око за око. Надо помочь Карушу. Куда же он застрял-то? Куда попёрся вообще? А, ясно. Ближе сюда. Ну давай, снова в эту пещеру. Идти вот сюда, по-моему, нам на выход. Кстати, что у нас тут с копьями? Стрел вообще нифига нет. Плюс еще глину надо собирать. Глина есть вот здесь. Седлать пока не будем. Нам надо собрать прочную древесину. Насобирать стрел себе. Что
что за тварь, а? Пошли вон. Балбесы тупорылые. Тут еще камень. Но камень, по-моему, мне уже не нужен. Мне только глина нужна. И этот... как он там? Да, кровь Уруса требуется. Глины, кстати, еще немножко. Но очень немножко прочной древесины. Да, кстати, надо сразу поставить меточку. Блин, тут мамонты. Давай сюда лучше. Давай, офигели, твари. Совсем почувствовали волю. Диего, ну ты хоть как-нибудь помогай, что ли, я не знаю. Не, волков здесь дофига. Просто дофига. Почти, почти. Ты дурак, что ли? Отвали. Вот непонимающая тварь. Животное. Диего, ты какой-то слабенький. Ты еле бегаешь. Стрелу на тебя потратил только, блин. Ладно, хоть обратно соберу. Где бы мне эту кровь Уруса найти? Почти добежали уже. Пещера замерзших ножей. Окей. Давай искать. Где-то должен быть здесь. Офигеть, это была полностью неожиданность, блин. Тварь, а? Съешь. Блин, я же не вижу нифига, блин. Вот и все. Чтоб тебя. Ах ты, блин. Вот и все. Фух, вот это прям полная неожиданность была для меня. Вот твари. Тигру надо покормить. Блин, а как сюда попасть-то? В его пещеру. А, наверное, все-таки вот здесь вход. Да, точно. Все точно. Yeah.
Хайми Браштар. И баль яудата мог матам мальшам. Мог супима вашта. Суада. Угуам, Браштар. И отдайте зеленые листья Карушу. Да без проблем, у меня их дофига. Ну ты так же не пойдешь. Точно, пойдем только с этой стороны. Тихо, не трожь, Каруша. Ага, козлы, ничего, с той стороны прут. Блин, я нифига не вижу из этого солнца. Блин. Я попал в своего тигру. Где эта сволочь там? Надо тигру полечить. Кушай, Каруш тоже кушай. Фух, отлично. Так, стрелы, 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 стрелы. Есть. Шаджа, Макшанчи. Да, така. Каруш гвайфа дахата. Маст Браштар. Шраш. Да хватит мне так бить. Получил. Как дети малые, ей-богу. Магмарва. Айшаю. Мачира, вайча су джинаф мас. Рашта. Ну все, он сам дойдет, не маленький. Отлично, око за око задание выполнено. Здорово, тигра. Давайте навыки прокачаем, что ли. У нас сколько тут? Два очка. Два очка навыка. Мы можем стрелы изготавливать. Либо подкопить. Да, надо подкопить. Что дальше по заданиям? В принципе, здесь недалеко охота на кровавого бивня. Дополнительно череп кровавого бивня. Ну а потом, наверное, скорее всего, если заданий больше никаких нет, а заданий пока никаких нет, мы с вами отправимся именно уже вот сюда.
прикончим этого Удама, Ула этого уже. Хватит им тут управить. Пришла наша пора. Только как тут до этого мамонта добраться? То есть надо как-то вот так и вот по этой пещерке вот сюда. Здесь будет аванпост. Ну давай, поехали. В ту степь. Где-то надо здесь найти тропу. Опять волки. Древесина надо... О, кровь Уруса есть. Отлично. Кровь Уруса есть. Не хватает только немножко глины. Еще не хватает немножко глины. Ну, хорошо. Будем искать глину. Это обычная. Мне нужна редкая вот такая вот дикая собака. Изготовить копья нормально, стрелы и опять подкопить. Кстати, надо подкопить, потому что мне требуется потом и копья, а для этого требуется прочная древесина. Вот так вот. Шкура животного требуется. Мясо, шкура яка, звериная шкура. Сколько у меня перед звериной шкуры? 11. Требуется еще. Копье с него снять. Шкуру забрать. Тут еще бегает. Блин. Фиг с тобой. Сейчас только копье зря потрачу. О! Хо-хо-хо-хо! А мне надо туда. А я здесь нафиг никак не спущусь. Потому что мне надо было вот по этой тропе идти. А, кстати, мне нужен еще пещерный медведь. Это навыки, это не то. А, изготовление. Сколько мне там пещерных... стоп, это же для деревни. Да, еще две шкуры пещерного медведя. О, как. Поэтому ставлю сюда меточку. И надо будет поискать этих пещерных медведей. Я ж совсем забыл, мне ж требуется пещерный медведь. Это все волки, это все не то. Фух, я думал, нафиг расшибу сейчас. Опасный спуск. Опасный. Глина вот я вижу. Это будет прям замечательно. Вот она. И по идее, по-моему, ее должно хватить. Ее хватает. Отлично. Все, все дубинки по макс. А, вот у них какая дубинка. Поэтому я не мог с них собрать. Потому что она была не прокачанная. Осталось всего фигня. Две шкуры саблезубого. Редкий южный камень. Три шкуры большого лося. И четыре леопарда. Хорошо. Где наш там? Вот она, красавица, дубина. Но пока возьмем, наверное, все-таки копье. Где-то здесь было кострище. Мешок, мешок. Походу медведи дерутся, что ли?
Так, ну-ка, Диего... А, нет, подожди. Лучше тебя пока на всякий случай приберечь. Иди пока его там сожри. Медведи, медведи, где-то тут орут медведи. За медведем. За медведем. Ты какой? Бурый? Если ты бур, ты мне нафиг не нужен. Блин, по-моему, ты бурый. Да. Не тот медведь. Мне нужен пещерный. Копье ставь, копье. Блин, рычит, как будто вот где-то здесь рядышком. Во, 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 ты кто? Четыре копья потратил. Надеюсь, ты у нас пещерный. Вроде по цвету пещерный. Точно. Одно копье, шкура пещерного. Еще требуется. Еще требуется один. Блин, зараза, убег. Иди сюда, медведь. Да чтоб тебя, стой на месте. Стой, пещерный. Иди, нифига он шустрый. Да отвали ты, Винджа. Стой! Стой! Стой, пещерный! Во! Наконец-то, блин. Фу. Есть. А шкура пещерного есть. Почему нельзя построить? Подожди, ну-ка. Где моя деревня? Блин, теперь северная глина ему нужна. Ах ты. 10 аж. Аж 10. Диего, где нам искать столько? Пошли. Камень не нужен, требуется именно глина. Требуется именно глина. Цель большой ход находится поблизости. Это я уже понял. Уже почти дошли. Надеюсь, здесь есть где-нибудь глина. Костер я вижу. Ну-ка попробуем сейчас вот здесь пособирать. Редкого белого яка. Ну ладно, пусть будет. Поговори с охотником Винджа. Пчелиный рой, зеленый лист.
Да нафига ты его поджег? Поговори. Сова. Да, вот он, мамонт. Такие резкие заявления, дружище. Идите по следам кровавого бивня. Так, ну вы мне каждый раз будете об этом напоминать, да? Это я уже понял. Только вот этого приручать не надо, его надо только убить. Подожди, а мне вообще куда идти-то? Блин, Диего мне даже не дает свернуть вниз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига ж себе, чуть не рухнул. А, здорово, Диего. Ты уже здесь. Да, растоптал, блин, всех. Что у нас здесь? Все обыщем, все возьмем. Да нафига ты опять его поджег? Ну, о. Пошли за этим кровавым бивнем. Что у нас, кстати, там по шкурам? 13, нормально. Еще одну партию, в принципе, можно сготовить. Ну, тут еще, кстати, надо будет ловушки тогда ставить. Это все свои. Свои-то это ладно. А вот это уже не свои. Надо будет собрать. Это тоже надо будет собрать. Ну. Ну, ясно, перстень туда идти, но надо сначала туда обыскать. Раз идет намек на то, что надо тут обыскать. Какой-то костер нашел. Дай-дай! Дай-дай, не боись. Своих не трогает. Следуйте область, блин. Пары, что ли? Фигово. И как я твою зону должен что-то тут найти? Ну, бежал он сюда, а дальше-то что? А, вот он. Блин, в два копья. Ты прикинь, в два копья. Как так вообще? Офигела, тварь, что ли? Сколько здесь этих барсуков-то? Идти по следам кровавого бивня.
О, ловушки. Ловушки? Да они же нифига не действуют на него. Да чтоб тебе... Блин, дрянь. Иди, я же тебе показал, куда идти-то. Ты чё, прёшь, что ли? Этого сделали. Ловушку приготовили. Где тут еще один? Ну? Еще ловушка. Ловушка вот здесь. Ловушка сюда. Ловушка вот сюда. Походу я его выследил. Тихо. Тихо. Копья закончились. У меня древесина закончилась. Офигеть. Вот это новость. Тихо, мне тигр нужен мой. Тигр, живи, тигр. Фу, блин. Сколько на него, касса ловушек-то я потратил. Сколько прочной древесины. Офигеть, мне надо теперь древесину искать. Так, ну тут два копья я могу вернуть. Разобрать эту ловушку я не могу обратно, а? Собрал, допустим, это хорошо. Разобрать? Не, нифига не получится. Отвали. Всем бояться. Идти по следам кровавого бивня, чтобы найти его уже в других землях. Блин, надо моего тигра полечить. Чё ты орёшь? Чё ты орёшь? Тигра. Тигра, лечись. Одного куска мяса, наверное, тебе будет мало. Во, нормально. Пошли. Нам надо с тобой закончить. Слышь, барсук, ты уже достал. Два копья. Я не понимаю. Как это так? Барсук куда-то катится еще. Где мы еще копье? Тигри, да, тигри, бояться надо. Бля, древесины-то вообще нифига нету. Офигеть, он тут лосей замочил. Тихо, копье. Не сюда. А, тихо, древесину.
с этим проблемы конкретные. Это свой. Глины пока, кстати, не было. Поблизости здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да нифига, офигели. А! Тут твари. Слышь, кис, ее лучше отвалить. Ты орешь. Молчи. Тигры не по твою душу прийти. Хорош. Шкуру сняли. Тигры тиграми, а вот мне надо копья делать. У меня копья нифига нет. Зараза. На, ешь. Это возможность, чтобы избавиться от этого мамонта. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мамонт. Не шали. Не шали. Так, надо тигру отпустить, а то его сейчас опять убьют. Тихо. Копья, 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 копья собираем. О, хо-хо-хо, больно, 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 жри. Жри мясо. Да ты дурак, что ли? Мамонта бей. Да, все. А он убежать. Да твари, где-то здесь. Фух, так, тигра, ко мне. Мне надо копья искать, стрелы, все это надо искать, блин. Прочную древесину искать. Ну, мамонта почти добили. Почти. Ему осталось совсем чуть-чуть. Немного прикончить и все. Да слышь, ты офигела, что ли? Тварь, а. Пошли вон. Вот дурачье. Во, древесина. Одна вот здесь. Не, реально пристают твари. Копье, копье. Идти по следам, блин. Что-то как-то тут не получается по следам.
Ой-ой-ой-ой. Копье. Шли вон. Копье забрал, шкуру надо содрать. Так, у вас что? Надо тоже вас обыскивать. У вас на всякие звериные шкуры есть. Может быть и прочная древесина будет. О, два лося. Кстати, что у нас там по лосям вообще? Шкура леопарда. Вот мне две штуки надо. А почему-то мне не засчитали. Вот этих вот леопардов. Во, еще один лось. И две шкуры леопарда. Лось убежал. Черт с ним. Где искать эти следы? А, где-то там. Так и бегает со стрелой, прикинь. Вообще же офигевшая тварь. Давай, 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 залосем. Залосем, давай. Чё, тварь, офигела, что ли? Иди сюда, лосина. А где мой Диего? Чё-то не могу понять, блин. А, он там дерется с другим лосем. Ё-моё, блин, я даже не знал. Замочил. Красавчик. Красавчик, Диего. Красавчик. А я, оказывается, за другим попёрся. Так, отлично. Это у нас для дубинок. А, нет, это у нас мешок. Последний уровень. 10 приманок, 40 кусков мяса и 40 кусков жира. Еще 2 шкуры леопарда. И 2 шкуры саблезубого. Ну, пошли уже туда по следам. Рука дальше. Еще одна для получения награды. А здесь что? Ну, пошел, короче, в третью территорию. Офигел, что ли? Волки. Ну, есть. Куда идти-то? Что-то как-то сбился я с курса. Подожди, а куда мамонт-то делся? То я что-то как-то сейчас упустил. Мне заново надо бы, что ли, охотиться? Да ты что, смеешься, что ли? Это будет полная хрень. Если все заново. А, вот еще древесина где-то здесь. Где-то вот здесь. Выследите кровавого бивня. Так, я не буду впариться сейчас и ставить ловушки. Что такое? Не понял. Что за тёлка? Здорово!
Офигеть, это я хапанул. Вот это я хапанул-то неожиданно для себя. Давайте, Его. Ой-о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 й. Хорош. Дожри ты мясо. В чем дело? Ты бегать-то умеешь? Ты че? Давай, давай, беги, беги. Сдурел, что ли? Это же мамонт. Офигеть. Мамонт дурной. Отстань от меня. Хорош. Хо-х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 о. Хух-хух-хух, опасный звереныш, опасный звереныш. Копье взял. Копье взял. Да что у тебя? Бегай, Такар, блин. Ты какой-то лузер. Где он? Жри. Винджа есть! Пошел вон отсюда! Давай. Придурок! Фух! Сдурел, что ли? Я тут завалил этого мамонта, блин. Убить! Убить! Давай, давай, убей! Столько на него охотились, блин! Есть. Охота завершена. Плюс навык. Плюс мне вот эти вот дебилы достали, блин. Кто-то меня палит. Офигел, что ли? Я могу сюда выйти в конце концов. О! Я могу с него шкуру снять? Да. Да-да-да. Жир есть, мясо зверя есть, шкура мамонта есть, звериная шкура есть, мешочек почти полон мясом. Где этот еще тут, какой-то тут баран был? Удомовский. Вот он. Ой, балбес. Ты понимаешь, я мамонта завалил. Здоровенного мамонта. Отвали. Поход с вами только так надо будет. По-жесткому. По-жесткому. Ладно, охоту завершили еще одну. Нам бы вот это вот кострище бы захватить, да? И вообще, по идее, уже можно сюда отправляться. Но все-таки предлагаю сначала отправиться в деревню. Здесь передохнем. Что-то можно будет взять. Да, точно. Шкура козла уже полна. Фух, отлично. Заданий пока никаких нет. Здесь тебе не хватает... Да, северной глины. Я, к сожалению, нигде не смог найти северной глины. Но я думаю, мы, когда отправимся по заданию именно вот здесь, вот, форт Большой Дарвы, мы найдем эту северную глину. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!